тебе звонок. Здравствуй. Что привело тебя в мой сад? Говорят, ты можешь угомонить эти штуки. Надоели. А, точно. Ты увидел мою табличку. Запросто. Прошу, заходи в сад, мы обсудим детали. Он просто вырастил эту ужасную штуку на ровном месте. Ты можешь в это поверить, Винг? Ну, вообще да. В смысле? У меня глаза повсюду, малышка. Вот, погляди-ка. Помнишь наших ближайших соседей? Королевство Риптьют. Та-дам! Заросли. Скисли. Похоже, что мы были не первыми. Ох, как ужасно. Да, это серьезно. Тебе бы предупредить остальных. О, точно. Надо их найти. Да. На твоем месте я бы поторопился. Мне пора. Я бы пошел с тобой, но я как бы привязан, блин. Да. Блин. Есть тут кто? Да, хватит орать. Придется подождать. Там уже целая толпа собралась. Что? Но они в порядке? Ну да, типа, там прям жесть, типа того. Покеда, веселись! О, божечки! Откуда все это тут появилось? Это определенно вредители. Зачем ты его полила? Просто так. Боже мой! Стойте, стойте! Юлин, а ну прочь! Тебе сюда нельзя! Эй, я тоже ведьма и могу за себя постоять. К тому же бессмысленно бороться с этими штуками. Как мудро. Оу, это ты. Юлин, вы с ним знакомы? А ты шустрый. У тебя так много клиентов. А ты про это? Видишь ли, лишь малая часть растет сама. Это всего лишь простая рассада. Тем не менее, она весьма неприхотлива. Да-да, моим удивительным прекрасным детям просто нужен носитель, который добровольно примет их. И раз уж вы все здесь, можете забрать с собой. Как мерзко! Мы никогда их не примем! Мы все видели, что ты сделал с тем несчастным, который здесь был. Мы не станем есть эти гадкие семена. Есть? Ваш выбор. Ой, ох, боже. Им здесь не место, моя дорогая. Но не тебя. Они бы все равно поддались всему ядовитому саду. И как же замечательно, что мы снова наедине. Постой! Вот же врун! Ты не говорил, что семена нужно есть? Ну да, все просто. Когда семя соединяется с носителем, оно пропитывается своим хозяином и оживает по-настоящему. Запуталась, да? А что ты подумала? Тут стало жарковато. А теперь я должен рассказать всю правду. Есть еще один более опасный способ. Но как жаль, что носителю он дорого бы обошелся. Хотя,
Результат был бы невероятен. То был бы сильнейший росток. Если бы был кто-то, кто способен выдержать в себе что-то столь токсичное. Твой иммунитет впечатляет. Хотя, боюсь, даже ты не сумеешь выдержать такой нагрузки. А мне бы не хотелось вредить. Ты шутишь? Всего одна убьет взрослого человека. Чистый яд. Попробуем. Это болотный гриб. Он ядовит почти как я. Отведай. Это же... съедобно? Ой, гадость! Прекрасно, отлично! Иной умер бы за мгновение. О, я о таком даже не мечтал. Ну что это я? Горячность. Начнем с простого. С небольшого одного семечка. Нам ведь некуда спешить. Готовы? Сэльс! Тини! О, как мерзко! Похоже, мы вовремя. Но... рады помочь. Похоже, он хитрее, чем мы думали. Пойдем, соберем совет в башне.